Меня зовут Фаина Гравченко. Я работаю в Дагестанской государственной филармонии. Стихи Станислава Сущевского. Летом 1945-го. Аккордеон заливался трофейный, состав на восток. А в вагоне забитом качался немецкий кофейник, наполненный русским 100-градусным спиртом. Погоны, ремни, гимнастерки, медали и дым паровозный разбросаны клочьями, и искры колеса на гравии метали. Война уже кончена, кончена, кончена. А далее туманную дымку связали, чтоб мир на земле еще стал убедительней. Оркестрами, смехом, слезами, цветами встречали вокзалы своих победителей. И на полустанке спокойным и вязовым солдат покурить на мгновение вышел, и баба в платочке по вдовье повязанном его обняла вдруг. Любимый мой, выжил. Заплакать бы ей, только сил уже нету. Стояла и гладила, как очарованная. В глаза не смотрела, ведь знала не этот, что в доме в шкатулке лежит похоронная. Стояли и думали каждый по-разному, но веру и ненависть в сердце удвоила. Да, мы победили, мы рады, мы празднуем. Но разве забудется, что это стоило?